Четвертая серия сериала «Новенькая». Итак, в прошлом видео, в конце прошлого видео, я вам сказала, что вы узнаете в этом видео, какой будет конец, и что это был последний урок, урока, который вел Диус. Итак, сейчас продолжение. Смотрите. Я из всего этого ничего не научилась. Это как это ни странно. Я до сих пор чуть-чуть быстро говорю. Да, и все зря. Сегодня уже последний день. Да, нам сегодня в 6 часов вечера нам надо идти к Бладгуд. То есть к ее ответчику, пока она в отпуске. А, и сдавать все. Ладно, очень жалко, но... Мы проиграли. Сейчас уже 5 часов. Но мы можем еще целый час подготовиться. Нет. Помнишь, у нас ведь еще домашка. Если мы не сделаем домашку, но это тоже считается как исключение. Слушай, а у меня есть идея. Идея? Ага. У тебя никогда не было идей. Ладно, не смеши меня. Эй, ботаник. Какой тебе ботаник? Короче, неважно. Джексон, иди сюда. Ты напишешь свои домашние задания несколько раз для нас. Правда? Ты согласен уже? Как классно! Пойдем к лазе, будем играть и это учить новенькую. Эй, подождите, стойте, я ведь не успею. Убежали. Он сказал бы нет. Ладно, это не важно. Новенькая, будем тебя готовить. Ладно. Хорошо, ну, вы будете меня готовить, конечно, куда же вы денетесь? Спустя 55 минут, и все уроки закончились, и им надо было идти к директрисе Бладгуд. Ну все, никакого толка. Все, учили-учили, и ничего не вышло, ничего. Ну все, время вышло, пойдемте. Все друг за другом, друг за другом, все за мной, я капитан команды. Эй, Джексон, ты успел сделать для всех уроки? Успел. Вы мне должны... Правда, мы тебе ничего не должны? Классно! Как обычно. Все за мной. Так, мы в паровозик, что ли, как малыши играем? Угу, как же иначе? А новенькая рядом со мной пусть стоит. Так... Директриса Бладгуд, то есть ее автоответчик, вы тут? Тут, входите. Вы сделали задание, молодец, что успели, сейчас ровно 6 часов. Да-да, мы спешили. Успели что-то сделать, мы как-то не очень, мы вообще ничего не смогли. Директриса Бладгуд, как это ничего не смогли? Посмотрите, как мои глаза блестят. Какие у меня розовые щечки. Прическа. Мода какая. Это ведь последняя модель от Натали Чанг. Это очень классно. И твой голос тоже изменился. Ты не стала много балабенить, как рассказывал скелеты. Правда? Молодец, девочки. Вы остаетесь в школе. Ура! Мы остаемся! Ура! Ву-ху! Тогда за школу монстров, может быть. Поднимем руки. Но нам можно поднимать руки за школу монстров только в крайнем случае. Когда мы правда учили. А мы что, не рады? Нас бы сейчас исключили. Мой отец и Нефер бы меня посмеяли. Поэтому это событие. Итак, давайте отойдем на середину. Школа монстров. Короче, наша школа. И дадим руки. Вот так. Так. Еще чуть-чуть вот так. И еще мы. Так. И вот так. Эй, Джексон, иди к нам. Чего ты там стоишь? Правда? Мне можно с вами? Конечно. Давай, клади свою руку.
Раз, два, три. За школу монстров! Ура! И это была последняя серия, потому что все закончилось хорошо. Как вы не сожалеете, но это была. У меня был этот сериал новенький, очень короткий, только 4 серии. Но, в принципе, интересный был, я так думаю. Все закончилось хорошо. И новенькая стала такой же красивой и воспитанной девочкой, как остальные. Ладно, всем пока-пока. И мой следующий сериал выйдет совсем скоро. Всем пока-пока.